Всем привет! Вы на канале Волнистик Чика. И сегодня сначала мы начнем с приветов, а то наши подписчики, наверное, уже заждались их. Итак, с вами Чика. Первый привет передаю Насте Ди и ее попугайчикам Тине и Тоше. У вас еще и морские свинки? Второй привет Дулату Жумашеву. Я не устану передавать любимым зрителям приветы. Третий привет передаю маленькой девочке Лизе. Четвертый привет передаю Very Nice. Пятый привет передаю Назерке и ее двум волнистикам Лайме и Патрику. Шестой привет передаю Даше Абрамовой, коту Сене и попугайчику Пашке. Седьмой привет передаю Лайме и Веронике. Восьмой привет котику Рыжику. Я люблю котиков. Девятый привет передаю попугаю Бусе. Десятый привет передаю Алисе, ее сестре и попугайчику Кеше. Одиннадцатый привет передаю Владе, Кити и ее хомячку Низе. Двенадцатый привет передаю Волнушкам, Ритке, Гоше и Кешке. Тринадцатый привет Дарье Шестовой и ее волнистику Кеше. Четырнадцатый привет передаю Насте и ее попугайчику Ксюше. Последний, 15-й привет передаю Насте Смайл. На этом все, ребята. Я знаю, что вы еще писали, но я думаю, так много приветов передал. Кому не передал, пишите еще раз под этим видео в комментариях. В следующих видео с приветами я вам их передам. А теперь перейдем к вопросу, как научить попугая купаться. Самое главное, ваш питомец должен сам захотеть. Все должно быть добровольно. Ни в коем случае не пытайтесь насильно его искупать. Если не хочет ваша птичка купаться, просто предлагайте ей варианты для купания снова и снова. Не забывайте, что во время водных процедур в квартире должно быть тепло. Исключены любые сквозняки. Во время купания птички любят пить из купалки, и поэтому вода должна быть пригодной для питья. Если попугайчик сильно намокнет и будет видно, что ему холодно, можно посадить его под лампу, пока он полностью не высохнет. А как же привлечь его внимание, чтобы он купался? Можно привлечь внимание любимой игрушкой, как делаю я. Я подношу собачку к водичке, ставлю даже водичку ее, и так он постепенно может зайти в воду. Также можно чем-то вкусненьким его поманить. Если ручной попугай, можно поплескать в воде своей рукой. Так будет создаваться звуки воды, и попугайчик может заинтересоваться.
прыгай туда. Иди, иди. Иди, прыгай, малыш. Малыш мой. Малыш мой. Частота купаний зависит от индивидуальных особенностей вашего попугайчика. Не забудь подписаться, поставить лайк и пиши комментарии. Мы за ними следим. Смелее, смелее.